работе Lixiang Li9. Помимо комплекса детейлинг услуг, по просьбе владельца мы разбираемся с задним сиденьем Босса. Атаманка у него поднимается не очень высоко базово. Вот, пожалуйста, посмотрите на Li9, как оригинальная атаманка работает и на какой угол она поднимается. Вот в оригинале максимальный угол подъема. Ведущие специалисты опытными руками разбирают сиденья и находят вариант, как сделать так, чтобы атаманка была выше, выше и выше. Вот все готово, и мы уже планируем установить сиденье, переделанное в автомобиль. А теперь посмотрите, как стало. Согласитесь, существенная разница.